Новый год – это достаточно интересный, разношерстный, пестрый праздник, который нельзя назвать однозначно либо семейным, либо каким-то компанейским. Из своей истории он вобрал в себя у нас, по крайней мере, в нашей действительности очень много черт. Сам, скажем так, Новый год, как традиция отмечать его, пошла вообще из Месопотамии. Есть определенный момент того, что, например, необходимо отмечать его в какой-то компании, хорошо кушать, хорошо общаться. Это пришло из Рима. В дальнейшем он вобрал в себя те вещи, которые дал Петр I. В дальнейшем Вифлеемская звезда, в свою очередь, она во время советской власти превратилась в обычную красную звезду. Поэтому праздник очень пестрый. И каждый отмечает его так, как хочет и лично для себя решается. Новый год – это волшебный праздник. Несмотря на то, что это праздник детей, но это праздник и взрослых. Каждый мечтает, чтобы что-то свершилось в новом году. А что-то для нас какое сейчас самое главное? Мир, здоровье, счастье, здоровье близких. Вы знаете, Новый год для меня – это самый прекрасный праздник моей жизни. Я очень люблю Новый год. И встречаю всегда его в кругу семьи. Конечно, на следующий день мы встречаемся с друзьями, желаем им всего самого-самого наилучшего в жизни. Праздник Новый год – это очень здорово. Для меня Новый год – это действительно очень семейный праздник. Поэтому традиционно вот уже много лет мы встречаем его с семьей. После чего молодежь все разбегается, а мы с женой остаемся дома. Она смотрит телевизор, а я, честно говоря, уже где-то в час иду отдыхать. Потому что 1 числа это такой тяжелый рабочий день. Все родственники приходят в гости, со всеми мы, в общем-то, должны провести это время. Дома. В кругу семьи, да. С сестрами, братьями. Главное, чтобы было хорошо в душе. Я люблю в кругу семьи, я не люблю пышных торжеств, не люблю каких-то там, не знаю, больших тостов, больших компаний. Я люблю дома в семье. Но однозначно это должно быть шампанское, должны быть конфеты, должен быть запах елки в доме и обязательно апельсины. Это вот, ну это обязательно, это воспоминания из детства. Раньше как бы был дефицит всего, знаете, и вот когда отец приносил домой мандарины, там запах, ну это было так вот, как такая в диковинку. Подводя итоги прошедшего года, хочется, чтобы следующий был таким же мирным, таким же созидательным, чтобы в каждую семью пришла уверенность в завтрашнем дне, чтобы в домах слышался взрыв только смеха и радости. Преддверии вот будущего Нового года, который мы ждем сейчас, хочу пожелать всем нашим луганчанам, в общем-то, такого же прекрасного Нового года, который они в душе все мечтают. Хочу пожелать, чтобы наконец-то на нашей земле наступил мир, чтобы мы уже работали на мирном поприще, чтобы мы уже занимались созиданием. И, безусловно, очень важно, чтобы мы сегодня растили новое поколение наше, молодое поколение. Всем в преддверии Нового года хотелось бы пожелать встретить его, собственно говоря, как и я встречаю, в кругу семьи. И хотелось бы, чтобы рядом с нами и в новогодний праздник, и в следующий год с нами были только близкие, настоящие, верные нам люди. Всех с праздником! Я хочу пожелать мира над головой. Хочу, чтобы они были все счастливы, чтобы у них в глазах искрилось солнышко, чтобы на душе было спокойно. И всего-всего самого доброго. Конечно, мира. И всего, что с этим связано. Чего я всем нам, луганчанам, и желаю. Нашей республике можно пожелать только мира, благополучия, ну и, конечно, процветания. Главное мира во всем мире, и чтобы все тихо, спокойно было и хорошо. И счастья, здоровья и любви. Да. Стабильности, уверенности в завтрашнем дне вот хочется пожелать. Но говоря это, я понимаю, что для этого нужно очень много. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это стабильная экономика. Это понятие стабильного заработка. Это понятие того, что сегодня, завтра, послезавтра не будут лететь снаряды, наверное. Не будет голодовки, не будут идти там вынужденно какие-то конвои. А это будет, ну скажем так, все спрогнозируемо, в магазинах все будет. То есть, ну все это не так просто. Но я этого искренне желаю нашим жителям. Я для этого сделаю все возможное.